Добрый день. Вашему вниманию предоставлен трактор МТЗ-80. В рабочем состоянии абсолютно. Соответственно, вот он приехал буквально сегодня, час-два назад. Я с дуростью ума трубу прихватил, она теплая еще. Значит, откапиталин в 2021 году. Ну, соответственно, его пробег составит, я даже не знаю, 100 моточасов, это, наверное, максимум. Полностью все перебран. Двигатель, коробка, все подшипники. Ну, вообще, сделано было от и до все. Люди делали под себя, но ситуация немножко изменилась. Теперь, соответственно, продают. Резину на фотках я вам тоже показал. Салон я вам показал, но удивить особо нечем. Старенький мужичок, который работает. Приходим, заводим и едем работать. Так что вашему вниманию я предоставил вот такую технику. Обращайтесь.